все получают вот такую вот тонну удовольствия. Второй сезон, а вы меня только позвали. Кажется, что там еще? Там только стратосфера. Сделать ее снова балладой – это слишком простой путь. Самое важное – это фактор неожиданности. Да. У тебя дома кошка, и вы с ней похожи. Та-там-там-та-ра-та-та. Это же что-то новенькое. Ну ладно, с Богом. Я для тебя, мой милый. Я для тебя, любимый. Я для тебя, мой милый. Я для тебя. Rated on stop, but that's love. Rated on stop, but that's love. Вместе, вместе мы должны быть вместе. But that's love. Не встречал нигде я такой другой. Ты всегда моя, я только твой. Да чудеснейшая атмосфера, на самом деле. Это программа, где есть много музыки, где много счастливых, улыбающихся людей, а заведомо успешно. Поэтому мне показалось, что все получают вот такую вот тонну удовольствия, находясь здесь, как зрители, участники, так и члены жюри и ведущие. Поэтому что еще должно быть в музыкальном шоу? Вот, вот это настроение, которое присутствует. А с нашей стороны было, мне кажется, очень приятным привнести какие-то и свои эмоции, свой характер в эту песню. Больше тебе не Леша привносил, но я ему чуть-чуть помогала. Вот что касается привнесения нового в песню в творческом плане, много ли там пришлось менять? Ну, я имею в виду, и понятно, что дело, что много ли вы, потому что бывает у нас музыкальные продюсеры, но я знаю, что вы просто так не слезете, пока не добьетесь своего. Алексей любит контролировать все этапы производства, поэтому, безусловно, он привнес все, что можно было в эту композицию, вместе, конечно, с профессиональными нашими любимыми аранжировщиками, но, мне кажется, сердце и душа и этой авторами, песни, и авторами, естественно. Вот, но настроение, стиль, безусловно, я считаю, что вытащили из сердца Леши. А? Ты что, диско не любишь, что ли? Я люблю диско-шар. Диско-шар? Я сплю на диско-шаре. Это правда. Удобно. Нет, очень. Просто люблю диско. Нет, он, знаете, как массирует, вот так вот, да. Водит шариком по телу. Разные шары. Жизнь человека. Есть разные. Я люблю земной шар и диско-шар. Два шара. Как вам участники? Очень хорошие. Ну, мне кажется, то, что они из семьи... Мы смотрели всех. Очень хороший. Вы отбирали самых лучших, да? Нет, я просто приплачиваю White Media, чтобы меня брали. Я смотрю кастинги, как происходит. Ну, вот да, тут такой вот мой. Вот куда бюджет семейный уходит. Водку, да бюджет. Приплачиваешь White Media. Да, я приплачу. Сумачев, вы думаете, что так одевается красиво? Это я плачу за то, чтобы участвовать в кастинге. Ну, как наблюдать кастинги. Жалко, что я не продюсером родилась. Вот жалко. Как вам после того, как вы сидите в жюри с Мариной Кравец на шоу «Ярче звезд», видеться с ней еще и на конфетке? Очень хорошо. Как они расставались, да? Как они расставались, у нас прекрасные отношения и с Гариком, и с Мариночкой. Причем не только в рамках этих проектов, а давно мы общаемся. Ну, с Гариком больше, с Мариной меньше, но тем не менее мы знакомы много лет. А Марина же была со мной на кастинге народного артиста и вместе с Зурабом Матуа. 20 с лишним лет тому назад. Поэтому мы давно знакомы и всегда счастливы видеть друг друга. Какая прекрасная творческая каста. Спасибо вам большое. Спасибо большое. Встречайте, группа «Каста». Ну, чтобы как-то подвести. Конфетка. Мы скучали. Мы тоже. Где вообще? Ну, вообще, я хотел уже было писать вышестоящей организации. Благо, у нас сейчас все кляузничают. У меня был, так сказать, на то, как бы сказать, прецеденты были. Второй сезон, а вы меня только позвали. Ну, я просто Баба-Яга против, понимаете? Просто Бастинда против. Но я очень рад, что эта встреча состоялась. Второй сезон, а значит, еще более яркий, еще более запоминающийся, значит, высокие рейтинги, значит,
значит, уже зовете тех артистов, кто действительно привлечет внимание и кто не оставит зрителей равнодушными. Более того, по секрету, к 8 марта просто так артистов не зовут. А мы тут про концерт говорили. Слушайте, это на самом деле, это очень круто. Это даже лучше, чем я себе мог представить. Почему? Потому что подарок нашим любимым и неповторимым, это свято, друзья. Это на самом деле лучше, даже чем я себе мог представить. Как вообще впечатление от работы за кадром со знакомыми уже вам людьми, командой? Слушайте, как всегда, комар носа не подточит. Все на очень высоком уровне. Режиссер, музыкальная редакция, вообще жюри, все те, кто работает на площадке, бэкстейдж. Замечательная команда, замечательный продакшн. Это не лезть. Я вчера прилетел из Антверпена, где я смотрел Мадонну. Ее новым концертным я шоу. Подержусь просто. Подержитесь. Это, слушайте, на самом деле, я хочу сказать, что здесь возникает ощущение такой же слаженности, как у нее на концерте. Ой. Я, правда, не работал. То, что я видел, мне показалось, что очень круто. Да. Митя, кстати, один из тех артистов, который репетировал не раз, не два, не три. Мне кажется, уже всех уже все было. А Мите надо еще. А мне надо еще. Ну, я же понимаю, что вы пишете один дубль, вы не даете поблажку, не даете никаких шансов на то, чтобы ошибиться. Поэтому это как в театре, понимаете? Ты должен знать свою роль безупречно, должен знать сценографию, должен знать, ну, что петь, да. И, в общем, это очень важно, а еще взаимодействовать, еще убедить жюри и зрителей, что ты действительно поешь о том, что ты чувствуешь. Mm-hmm. Это важно, это нужно. На мой взгляд, это показатель просто профессионализма в очередной раз. Спасибо. И это взаимно. Мяу. 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 У тебя дома кошка, и вы с ней похожи. Скачивайте на свои гаджеты. Мяу. Вообще очень добрая передача, поэтому я согласился принять участие. Давно не принимал в такого рода проектах, но он на самом деле необычный и самобытный проект, поскольку здесь самое важное – это фактор неожиданности. С одной стороны, это для жюри, и второе – это неожиданность для самого автора ролика. Поэтому это очень интересно, и здесь появляется возможность куда подвигаться. Когда мы писали эту песню, делали, я понимал, что из нее надо сделать так, чтобы это не было вроде похоже, и что-то осталось в песне. Ну, при той свободе, которая у тебя есть, хотелось сохранить колорит этой песни. Еще раз убеждаюсь, как может из простых, незамысловатых фраз получиться хит. А я уверен, что эта песня будет хит. Не благодаря Стасу Михайлову, а потому что она просто сама по себе хитовая песня. Я думаю, что здесь дело в совокупности факторов. Спасибо вам большое. Люди пусть оценят. Мы старались для вас. Пускай эта песня живет. Неважно, написал ее Стас Михайлов или неизвестный автор. Я рад, что эта песня получит, надеюсь, любовь в ваших сердцах. Обязательно обретет маленькое такое местечко. Твои слова, мои слова. Скажи мне да, в твоих глазах я вижу счастье, свет, твой ответ, счастье, свет. Конфетка. Если птица могла одолжить два крыла, улетела б к тебе, улетела б к тебе, чтоб сказать те слова.
Мне кажется, действительно, Зара – это человек, который, она может стоять вообще в полной тьме и вообще сразу узнает, это же красота невероятная какая-то. Даже со спины, сбоку, просто со всех ракурсов. Там уже ничего можно не делать, уже красиво. Если птица могла одолжить два крыла, улетела к тебе, чтоб сказать те слова. А еще когда начинает петь, а говорить, боже, боже. Спасибо. А тот редкий случай, когда действительно песня автора сама по себе была хороша. Да. Обычно, делая из того материала, который получают у нас артисты, конфетку, перед ними не стоит большой ответственности не испортить. Вот вы, наверное, чувствовали, что раз материал уже хороший, важно сделать это еще лучше, да? Я благодарю проект за то, что вы меня вновь пригласили, потому что первое мое участие имело очень большой успех. Во многих музыкальных платформах наша песня самая прослушиваемая из всех моих песен. И то, что меня пригласили вновь, я очень обрадовалась. Естественно, я с волнением ждала, какая же песня мне достанется, и была счастлива, что именно это. Я сразу увидела, что человек светлый, что человек талантлив, что в песне рассказывается какая-то его личная история. И я увидела, что это очень ранимый человек. И поэтому было важно работать с этим материалом максимально бережно. Но поскольку это проект таких музыкальных перевоплощений, сделать ее снова балладой – это слишком простой путь. Поэтому мы решили сделать ее в ногу со временем, привнести немножко восточного колорита. И я видела, что, конечно, герой был удивлен, но в целом, по-моему, он принял нашу версию. И огромное спасибо членам жюри за высокую оценку. По-моему, все сложилось. Особенно сложился танец. Ой, да, я училась вот это там-там-та-ра-та-та. Это же что-то новенькое, это вообще надо, как да, это сейчас чтобы, современные. Да, да еще и синхрон, это вообще не про меня, но ради этой песни я выучила. Я к тому, что это сейчас же в трендах, давать какие-то движения в ТикТоке, чтобы все повторяли. Мне кажется, вот в вашем случае это как раз то, что в надо двигать. В ногу со временем, да, в ногу, да, хотя все молодежь наступает на пятки, ну что делать? Так что добавляйте себе этот трек в исполнении Зары, показывайте свои движения, а Зара будет вас репостить. И наслаждаться. Кстати, да. Тоже. Видите, как я же попросила песню в репертуар, он согласился. Вот, да. А я к тому, что и пусть все танцуют, и тогда все... И грустят. Светлая грусть, да, такая будет. И учитесь женственности и красоте. Всем нам надо учиться, потому что это действительно дар. Спасибо вам, Зоя. Спасибо. Вам. Благодарю. Конфетка. Я ухожу. Я считаю, что сегодня родился новый какой-то женский гимн, потому что, ну, действительно, ну, если члены жюри плакали, все в мурашках в таких были, что у нас был уже дуэт у вас с Владом, и тоже все рыдали. И вот вторая такая история, ну как? Слушайте, я не знаю, почему мне дают такие песни. Я же очень жизнерадостный человек, веселый, такой немножечко с примесью клоунады и легкой иронии, самой иронии. Но, видимо, продюсеры проекта рассматривают, видят во мне вот эту вот такую тонкую конструкцию, на которую можно нанизывать такие большие, такие женственные, драматичные песни. Мне это очень приятно. Приятные слова жюри, просто невозможно, прям до небес и обратно. Знаете, я подпрыгнула, когда сидела там в студии. Очень приятно. Я одна не знала, что Регина так умеет петь. Как ты так поешь? Я тоже. Как ты так поешь? Это просто вау! Можно
уточнить у Алиши. В шоке да, я сейчас нахожусь. Это действительно на контрасте, может быть, еще так работает, потому что, ну, во-первых, я не могу понять, почему, но до сих пор от вас все время этого не ожидают. Я думаю, что для вас тоже всегда странно, что почему это для всех сюрприз. Я же офигенно пою, ребята. Но я же не транслирую это, правильно? Я больше рассказываю такой лайфстайл про путешествия, о том, как мы весело дурачимся в маске, о том, как в целом жизнь весела и прекрасна и забавна. А таких драматических хитов от меня нет, поэтому очень классно и очень хорошо, что есть конфетка, в которой я могу вот так вот выразиться. Но если честно, когда мне показали песню, я говорю, почему я? Может быть, Лолита, может быть, Дубцова. Говорю, возьмите Дубцову, пожалуйста. Я говорю, это такая взрослая песня, такая осознанная, такая уже прям драматическая. Да, такой жанр другой. Я говорю, второй раз опять драматическая песня. Повторяться не хочется, может, давайте потанцуем, шарики, фонарики. Но нет, продюсеры проекта, вот Зураб, саунд-продюсер Анатолий, они сказали, что только ты можешь спеть такую песню. Я встала к микрофону и сказала, ну ладно, с Богом. Ну и вот родился, наверное, такой новый хит, такая конфетка, да, которую создали ребята вместе со мной. Это так круто, на самом деле. Я переслушивала уже 100 раз эту песню. И правда, не могу сказать, что она легкая. Она очень сложная. Она очень трудная. Там столько фразировок. И каждый раз, вот как правильно Гарик сказал, ты выходишь на новый этап, на новый этап, на новый уровень. Кажется, что там еще? Там только стратосфера. Но мы туда прыгнули все вместе. Учитывая, что второй сезон и второй хит, осталось всего-то каких-то 8 сезонов конфетки, и будет у вас альбом. Кстати, это отличная идея. Я договорюсь с Юлечкой Самачевой. Я давно говорю, давай уже продюсируй меня, как это музыкальный проект, а чего бы и нет. Она говорит, я думаю об этом, я на пути. Мне кажется, она не просто думает, вы просто не знаете, а вас уже давно продюсируют. Тайный ход. Ну да, спасибо огромное вам. Класс. Спасибо всегда. И спасибо за искренность и за вот это вот, за постоянный контраст, потому что от вас не знаешь, чего ожидать, и это очень круто. Ну, следующий, наверное, будет цыганочка с выходом. Это уже на маске. Надеюсь, что я еще удивлю. Конфетка. Алиша. Давайте я подержу секунду вашу конфетку. В общем, мои родители очень мечтали увидеть меня по телевизору. Их нет. И, наконец-то, это сбылось. Ну, пусть там посмотрят. Давайте поаплодируем Алише Сан. Вот я вам уверена, что когда вы придете домой, память. Ваш муж, ваши дети обнимут вас и скажут, мама, несмотря на тот клип, ты победила. Под эмоциями. Пока. Кратко. В шоке, приятном, вдохновлена на новые песни. Еще больше смотивировалась на движение к тому, что все-таки к моей цели быть в большой сцене. Для меня это прям вот, ну, большой толчок. Ну и пусть.